Откуда это все берется? Короче говоря, оживший слайм. Был отличный день. Ничего не предвещало беды, как вдруг... Маркуша, мы с папой едем к нотариусу. Вернемся через час. Будь умницей. Пока-пока. Бай. Эта новость меня совсем не обрадовала. Эй, ты чего кислый такой? Как чего? Родители к какому-то нотариусу ушли, а меня с собой не взяли. Там наверняка очень круто, а они без меня пошли веселиться. Ну, я им покажу, будут знать, как развлекаться без меня. Вот, это то, что мне нужно. Эй, что это ты там задумал? Что-то мне это не нравится. Значит так, Чебурек, Ксюша и мою команду! Сейчас все эти слаймы я разложу по всему дому. Устрою, так сказать, сюрприз для мамы с папой. Слаймы? А что это вообще такое, слаймы? Ребята, а вы знаете, что это? Если знаете, поставьте этому видео лайк. Первую слаймовую мину я положил прямо в коридоре. Вторую в папкин тапок. Дальше я отправился на кухню и заминировал некоторые места на ней. Как везде, что уже сами не хватает. После этого я залепил некоторые другие предметы в родительской комнате. Вот я чувствую, родители повеселятся. Надеюсь, они заценят мои прикольчики со слаймами. Я нашел последнее местечко для слайма. Красота! И со спокойной душой отправился в засаду дожидаться своих родителей. А это самый главный слайм. Маркуша, мы дома! Ты где, сынок? А что это такое? Так, где там мои любимые тапочки? Что это такое? Фу, сяду хоть телевизор посмотрю. Во что это я сел такое? Так, в чем это он? Посмотрел, называется, телевизор. О! Хоть яблочко поем. Что это такое? Да-да, сейчас я переоденусь и буду готовить ужин. А-а-а! Что это такое у меня в волосах? Что случилось с моим любимым сарафаном? Хоть воды попью. Кто это сюда прилепил? И здесь эта штука. Ладно, возьму другое яблочко. Откуда это все берется? О, настоящее имя самого главного слайма. А ну-ка иди сюда, проказник. Короче говоря, оживший слайм. Стоп, ребята, посмотрите и другие видео на моем канале. Ставьте видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.